На полках дети читают стихи. Я Молчанов Артем, мне 11 лет, я из города Калуги. Я расскажу вам отрывок из поэмы Руслана Людмила Александра Сергеевича Пушкина. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит под сыпь крылом. Идет направо, песть заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там лес и дом, видений полны, там от заре прихлынут волны. На брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасной чередой из вод выходят ясно. А с ними дядька их морской. Там в облаках перед народом колдун несет богатыря. Темницы там царевна тужит, а буры волки верно служат. Там ступа с бабой его идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей на златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел кот ученый, своим не сказки ловит.